Форум-концерт «Единство народа» объединил активистов и сторонников партии по всей России. Во время мероприятия выступили детские, вокальные и военно-патриотические коллективы. А на площадке всех желающих угощали горячим чаем и блинами. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Губернатор Приморья Олег Кожемяка поприветствовал участников мероприятия и подчеркнул, что всех собравшихся объединяет общее видение будущего нашей страны. Мы с вами делаем все возможное, чтобы здесь, под мирным небом, строились новые школы и больницы, благоустраивались города и поселки, с тем, чтобы шла помощь нашим воинам, которые никогда не допустят проникновения нацизма на нашу территорию. И мы вместе, единый народ, единая сила, где армия и флот неразделимы. А когда мы едины, мы непобедимы. В Приморье работа по патриотическому воспитанию находится на личном контроле главы региона. Диана Иванова, новости на Восьмом.